Всем привет, дорогие зрители! Нашел в Махмутларе две квартиры в хорошем проекте, который находится на улице Ататюрка. Расстояние от моего места до моря 570 метров. Здесь у меня продается дизайнерская квартира, 2 плюс 1 дуплекс, северная сторона, короче, конфетка. И двухкомнатная квартира 1 плюс 1. 85 квадратных метров, просторная, пустая, по очень хорошей цене. Быстренько сниму инфраструктуру. Айдат у этого проекта 200 лир, такой вот огромный просторный бассейн. Вот наш проект. Здесь открытая парковка, где я сейчас снимаю. Здесь есть скрытый бассейн, сауна, фитнес, хамам. Фитнес пока функционирует, остальное из-за коронавируса не функционирует. Здесь вот такой вход, я сюда сейчас вернусь, покажу быстренько фитнес. Здесь под этим зданием спускаемся к фитнесу. Здесь у нас фитнес с правой стороны и крытый бассейн, вот такой. Пока пользуется, из-за этого я не буду снимать. Значит, идем в квартиру. Вот такое здесь лобби. Присутствует здесь два лифта, одна здесь и один в той стороне. Вот. Поднимемся на первый этаж. Вот такой лифт. Здесь у нас открытая терраса для общего пользования. Просторно. Вот здесь вход на эту террасу. Здесь пожарная лестница, выход. И тут у нас квартира. Пустая. 1 плюс 1. Здесь у нас встроенный такой шкаф. В этой стороне у нас санузел, такой просторный. Тут у нас спальня, тоже просторно, где-то 14 квадратных метров. И здесь у нас гостиная, совмещенная с кухней. Можно кухню отделить, есть как бы стенка. Вот такая просторная двушка, двухкомнатная квартирка, 1 плюс 1. Кого интересует недвижимость в Турции, а именно хотите купить квартиру в Алании, обращайтесь. Вот такие у нас квартирки выходят. Очень просторный балкон. Застеклил хозяин, сделал еще одну комнату большую, как 2 плюс 1. Здесь улица Ататюрка, рядом фитнес-центр «Арена», а с том один магазин и много всякого. С правой стороны также есть маркет «Мигрос». Внизу этого магазина, этого здания, есть также магазин хозтоваров. Дорогие зрители, цена этой двухкомнатной квартиры 57 тысяч 500 евро. Мы сейчас пойдем наверх, я вам покажу квартиру, которая обставлена по дизайнерскому интерьеру.
Поднялись мы на верхний этаж проекта. Закроем дверь. С левой стороны у нас просторный санузел первого этажа. Вот такая тут прихожая. Встроенный шкаф такой. Здесь немножко темновато. Вот такие шкафчики. На первом этаже трехкомнатной квартиры у нас вот такое салон. Гостиная комната, совмещенная с кухней. Вот в таком дизайне. Кого интересуют дизайнеры этих квартир, которые я снимаю, можете обратиться. Наши ребята помогут вам обставить вашу квартиру. Обращайтесь. Поможем, чем можем. Вся бытовая техника Vestal. Столешница гранит. Все шкафы с доводчиками. Показывать не буду. Здесь у нас зеркала. Выйдем на большой балкон. Вот такой просторный, с видом на горы. Квартира находится на северной стороне проекта. Вот такой просторный балкон. Можно застеклить, и вам будет еще одна комната, но не советую, так как можно проветривать квартиру, и более-менее вид так красивее. Шума все равно нету, так как высокий этаж. Так, кондиционер фирмы Vestal, инверторная. Поднимемся на второй этаж. Мраморная лестница. Здесь вот такая прихожая. И две спальни на верхнем этаже. Пройдемся в первую спальню просторную. 166 квадратных метров брутто. Жилая площадь где-то 135-138. Вот такой дизайн в квартире. Скажу, дизайн со вкусом. Наши партнеры, советую, обратитесь. Сделают из вашей квартиры конфетку. Под любой вкус. Под любой дизайн. Здесь у нас второй санузел. И наша хозяйская спальня. В таком интерьере. Здесь у нас терраса, вот такая, где-то метр в ширину, но вид. Вид нормальный, вид на горы, сами оцените. Вот такая тут терраса. Хочу подвести итог о этом проекте. Квартира находится на верхнем этаже. 2 плюс 1, 166 квадратных метров, это брутто. Жилая площадь 135-138 квадратных метров.
обставленная, дизайнерский интерьер, цена этой квартиры 140 тысяч евро. Скидочка от меня будет. Если вам понравилась эта квартира, также у меня двухкомнатная квартира на первом этаже, обращайтесь. Инфраструктуру вы уже увидели, айдат здесь 200 лир. Все, дорогие зрители, если вам понравился этот ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, если все еще не подписались, комментируйте. Также есть у нас телеграм-канал, который называется Ход Алания. В поиске можете найти. С вами был мистер Агасси из солнечной Алании. Всем пока-пока.